Добрый вечер, я Марат Халилюлин и расскажу вам про очень простой проект One Click Coffee. Механика проекта достаточно проста. Пользователь через приложение может сделать заказ, оплатить и по пути в кофейню зайти и забрать этот заказ. Отличительная особенность. Мы эксплуатируем модель поведения человека. То есть 5 раз в неделю, в одно и то же время, одной и той же дорогой, мимо одного и того же кафе. Человек идет на работу. Мы позволяем ему просто, проходя мимо, зайти, забрать заказ, пойти дальше. При этом повторные заказы делаются в один клик. Ну, выбрал, оплатил, получил. Да, мы, как все, начинаем с заказа на вынос. Однако мы достраиваем сервисы рекламы для повышения чека, причем не только на вынос, но и в зале. Мы делаем сервисы лояльности, которые повысят повторные продажи. Ну, например, вы заходите в кофейню, садитесь за столик, где персональное приветствие. Вам сразу приносят чашечку дымящегося ароматного кофе с корицей, как вы любите. Сэндвич с пармезаном, как вы любите. И приложение сразу вам рекомендует попробовать, ну, венский шницель, который только что привезли. Я же от души. Потому что вам, может быть, это захочется. Нравится? А без меня вы это не получите. При этом, набирая определенную статистику по поведению пользователей, мы можем строить персональные модели поведения. И, в принципе, в далеком будущем уйдем даже, может быть, в управление там, рабочим днем любого человека. То есть включим душ, вызовем такси, ну а вечером поставим какую-то расслабляющую музыку. Наши пользователи, они получают сразу же возможность покупать, не ожидая в очереди, и при этом определенная статусность по отношению к другим потребителям. Кофейни, они, безусловно, могут повышать продажи в утренние часы, повышать чек, а также повторные продажи. Безусловно, на рынке существует масса приложений, позволяющих заказывать на вынос. Однако только мы говорим об эксплуатации модели поведения человека, о том, что мы накапливаем данные и в этом направлении развиваем свои сервисы. При этом мы даже достаточно серьезно и изначально проработали бэкэнд, чтобы можно было работать с большими массивами данных и обрабатывать, давать аналитику в любом разрезе, настраивать сервисы просто на раз-два. Финансовая модель достаточно стандартная, revenue sharing, мы получаем часть дохода от заказа. На сегодняшний момент в проект вложено 750 часов работы, 3 человек, привлечены специалисты, в частности социолог и эксперт по автоматизации из Хорики. И нам интересно данную разработку немножко доработать для вывода в сети в ноябре этого года и также построить офис для развития прямых продаж. В команде я отвечаю за маркетинг продажи, Алексей за бэкэнд и Владимир за фронтэнд. И добавлю, вот когда у вас накоплена информация по поведению человека, когда вы знаете, кому в какую минуту что нужно предложить, компании-производители или поставщики сервисов, вот сколько они будут готовы за это заплатить? Спасибо за внимание.